Здравствуйте, присаживайтесь. Что случилось? Доктор, знаете, ситуация такая. Я страдаю хроническими циститами, но в последнее время любое простудное заболевание или переохлаждение вызывает обострение. Это выливается в учащенное мочеиспускание, боли внизу живота, рези, иногда в почки отдает. В общем, общее недомогание организма. И в связи с этим приходится очень часто брать больничные листы, пропускать работу. Вот хотелось бы минимизировать эти обострения. Что вы мне порекомендуете? Сколько времени последнее обострение длится? Около двух недель. Скажите, пожалуйста, а в жизни каким заболеванием вы болели? С детства страдаю почечными заболеваниями. Почечными заболеваниями. Пиелонефриты у вас были? Да. Частые. Понятно. Операции какие были? Не было. Ясно. Что вы обычно принимаете при обострении цистита? До этого я принимала Монорал и Налицин. Примерно 5 дней по 2 таблетки ежедневно. Ну, до этого мне эта терапия помогала, а вот сейчас она уже не дает никаких результатов. Понятно. Хотел бы вам сказать, что для того, чтобы более объективно и адекватно вас лечить, я хотел бы, чтобы вы дообследовались в объеме сдачи общего анализа крови, общего анализа мочи, посева мочи, на чувствительность к антибиотикам, и выполнить УЗИ мочеполовой системы, УЗИ почек, мочевого пузыря. И все-таки, чтобы посмотрел вас гинеколог, для исключения воспалительных заболеваний наружных половых органов. Затем я рекомендую вам мочегонные травы, любые мочегонные фитоуросептики. Рекомендую вам побольше пить воды, до 2 литров в сутки, избегать переохлаждений, соблюдать диету по возможности, острое, соленое, копченый алкоголь ограничить. Но сейчас, учитывая обострение вашего заболевания, я хочу вам рекомендовать препарат Цефиксим. Препарат Цефиксим дозировки 400 мг, одна таблетка, один раз в сутки, 7 дней. Уровоксон. Он принимается одна капсула один раз в день 3 месяца. Хорошо. Через 3 дня я вас жду. Хорошо, все. Спасибо. Всего доброго. До свидания.